Всем пламенный привет! Пока я ваяю большой фильм, немного отвлекусь и ради эксперимента почитаю комментарии под последним роликом от поциков. И не только. О! Первое правило интернета. Никогда не читай комменты. Жаль, поздно сказала. Занимаюсь ремонтом телефонов. У молодежи на каждом втором телефоне заставка с героями сериала. Автор, несмотря сериал, но хайпуя на нем, натянул сову на глобус и смешал евреев, масонов и Михалкова. Хотя если сериал посмотреть, то романтизации уличных банд там нет от слова совсем. А скорее наоборот, режиссер чуть ли не молотом долбит мысль, что это путь в никуда. Короче, опять во всем виноваты евреи. Получается, что Алоизович хорошее дело делал? Так мы скоро опять печи топить станем не дровами. Это правильно? Да уж. Сериал интересный, смотрится запоем, несмотря на спорную мораль. Поступки показаны так, что во многом хочется осудить происходящее. Безусловно, лучше направить силы на популяризацию полезного чего-то. Но народ любит такую чернуху, оттого и популярность. Мое мнение, реализм не делает фильм, сериал автоматически хорошим. Хорошим его делает проработанный сценарий, персонажи, за которых хочется переживать. А самое главное, мораль. Какую мораль несет вот это вот? Вопрос риторический. Не знаю, мне 20 лет и посмотрел этот сериал. Но идти кого-то бить и так далее желания нет, потому что у меня есть разум, но у молодых неокрепших мозга нет. Блатота это уличная, конченые люди. Я рос в эти времена. Они такие блатные и смелые толпой, а так это сыкло в основном были. Автор, ты будешь удивлен, но если поскребешь самого себя, обнаружишь, что ты никто иной, как полукровка пархатая. Вас, пархатых, сразу видно, как бы вы ни мимикрировали и не тыкали пальцем на своих пархатых сородичей. Потрясающий говнообзор на прекрасный фильм. Ахаха! Да без ваших откровений большая часть народа ничего не поймет, ибо ничего о подобных конспирологических измыслах и не знает. Ждем выпуск про вечеринку Ивлеевой. Не дождетесь. В том-то и дело, что мразота бьет толпой, чтоб ответственность не брать, если что. Да и суд один на один в большинстве своем. У нас бывший министр природы, гордясь, выложил фото, как в группировках одевались, рассказал, как он участвовал. Никто не оценил. Дядя, ты дурак, что ли? Удалил. Группировщики есть в каждом классе до сих пор. В уголовный общак деньги трясут. Дети наши прекрасно это знают. Группировщиков мало. Да и прижали их хорошо. Все на учете в школе. Во дворе их изгнали со стоянок вместе с будками. Как с луны упал. Ну да, его внуки в обычных школах не учатся. И еще... В год учителя очень символично это говно кинули. Подразгребите учителя. Про вас ведь снимать хотели, про школу и сняли. Кстати, движение АУЕ родилось в кабинете. Несколько лет раскручивали этот движ профессиональные пиарщики. Стухло. Теперь хотят из нашей молодежи поцов сделать. Навешать ярлыков и вести соответствующую политику. Мол, вы быдло уголовное и недостойны хорошего, достойных зарплат и соблюдения прав. Никак не хотят видеть в наших людях творческих, развитых, благородных человеков. Достают какую-то гадость и вымазывают им общественное пространство. Колыбель, ты больной все-таки? Такую хрень нести? Разбери лучше любой из американских популярных гангстерских фильмов. Конечно нет. Это ж надо столько высосать из пальца. И комментаторы малость шибанутые здесь. Отписка из этой конспирологической помойки. И вообще, к чему тут примеры еврейского слова? К слову, имеющему заведомо славянское происхождение.
А ничего, что пацан пишется через «а»? И сколько себя помню, всегда и везде это слово в написании встречалось именно как «пацан», а не «поцан». Нашли крайних евреев. Автор, ты за себя ответь хотя бы для начала, мамкин одуванчик. Просто отличнейший ролик, квинтэссенция антисемитизма. Все притянуто за уши. Вот так же когда-то начинал всем известный австрийский художник «На правильном пути, товарищи». Сторонним зрителям хочется сказать: посмотрите, вот так рождается нацизм. Из таких вот роликов. Как же удобно во всех бедах обвинить других, не таких, как ты. И только, конечно же, не себя, всего такого правильного и главного в этом мире. Винить в русской, российской преступности евреев – это из серии заговоров. Просто оголтелый антисемитизм. А теория происхождения слов в жаргоне – банальная задорновщина. Русской мафии, равно как украинской, не существует. Есть еврейская мафия, где во главе еврейские воры в законе, а Ваньки и Миколы там только на побегушках. Равно как и нет организованной преступности германской или иной европейской нации. Везде наверху сидят товарищи. И даже знаменитая итальянская мафия в Америке в 20 веке наполовину состояла из евреев, чего даже Голливуд не скрывает, а многие евреи даже этим гордятся. Жуть, а не фильм. Только забыли эти 90-е, и опять этих маргиналов проталкивают. А Михалков вообще марионетка бандитов, которые у власти. Всех нормальных родителей России говном назвал. Я жене сразу сказал, мы этот сериал смотреть не будем. Она говорит, почему? А я говорю, я 20 лет эту жизнь уже забыть пытаюсь. И вроде уже только хорошее помню. А они мне опять всю серость хотят напомнить. Не-не, мне не надо. И детям моим знать, что так было, тоже не надо. Михалков мне не авторитет. Но автор гнилой базар ведет, сердцем чую. Болото 90-х никак не хочет отпускать людей. Снова и снова напоминают про те времена, опять на новый круг. Словно старая заевшая пластинка. Хочется выбросить эту пластинку и никогда больше не слышать ее мелодию. Все в одну кучу свалил критик Никита Флюгер, а фильм реально первый фильм с правдой о том времени. Статистически, каждые 30 лет поднимается волна насилия. А это сериал лишь триггер, побуждение к конкретным действиям. Государству на деле не нужны думающие граждане, а вот пацаны само то. Я сам отбывал наказание в колонии, и от этого бомбит у меня, а тауеков еще сильнее. Сколько воды наговорил, типа умен, как будто обиженный братвой начитался научной литературы в поисках оправдания своей обиженной позиции. Мне не нравятся такие фильмы и люди. Но я поверил Михалкову и почувствовал себя отсталым. Думал, может, это я чего-то не понимаю в этой жизни. Но теперь вижу, что не зря мораль фильма мое нутро не принимала. Михалков дал слово пацана. Брат! Скачешь с мысли на мысль, ни одну не можешь довести до конца. Так разговаривают шизофреники, пока не поздно к психиатру. Дело не в мадам и ее голове, а в том посыле сериала. Что нужно отстаивать свое с кулаками, а что свое, что справедливо, что правильно. Это вот очень размыто, но четко остается подсознательный импринтинг, что чуть что, не по-твоему, на в рожу, я девушка, и я это тоже хорошо прочувствовала. Мы с мужем это обсудили, это реально импринт. Если мы двое взрослых, не агрессивных по натуре людей остались с этим ощущением после просмотра, я уверена, что у большинства школьников, у которых есть внутренние конфликты, обиды и злость, точно словили это настроение. Это что за нацистский высер? Одни хайпуют на говне из конца 80-х, а тут хайпуют на антисемитизме?
Я еще и пол твоего ролика не посмотрел, но походу ты даже не чушпан, а обиженка. Автор, придурок, ничего не знающий. Это была обычная жизнь, нормальная жизнь. Мы другой не знали, и было комфортно, но иногда не очень. Как ты там сказал, его женщина чертом назвала, а он даже по тем меркам совершил отчаянно криминальный поступок? Но если в Казани из группировок хотели построить воровской мир, то это их история. К нам зэков не подставляли в таком объеме. И черта я простить могу, зная, что ты взрослая женщина или лох кончен. Во втором случае решает обычное желание, догоню или нет. С 90-х он. В 90-е это умирало по всем городам. Смешно. Это к 90-м вообще не относится. Это остатки той эпохи, чтобы ты знал. Фильм как по методичке агрессивно раскручивают в соцсетях. Пропаганда бандитизма явная, рассчитана на подростков. Фильм дает социальные установки асоциального характера. Стоит задуматься, для чего это делается и какое общество планирует вырастить в России в ближайшие годы. Автор слезы льет и льет. Это слово пацана намекает на происхождение всех депутатов в Госдуме России. И неважно, какая партия, Единая Россия, КПРФ или ЛДПР, они все с разных улиц. Черти, что за стрижку не заплатил? Да ты гонишь! Сериал неплохой, тут показывается, как советский человек меняется и его представление о жизни, так как Советский Союз рухнул и его устои, и пришло новое время 90-х. Свиньям скормят все, и свиньи хрюкают с удовольствием. Согласен с автором, кроме его манеры искать и разделять сложнейшие явления на черные и белые. Жизнь сильно сложнее, даже с моей точки зрения ублюдок может в итоге оказаться достойным человеком. При всем том, что по пути он мог уничтожить жизни десятка людей. Таких подавляющее меньшинство, но они есть. Тот, кто не понимает фильм, значит вероятнее всего не жил в то время. Да-да-да. Живу в одном из городов Поволжья, вырос в 90-е. Все это помню как явление. Такое вот время было. Зачем эту тему сейчас сбрасывать, снимая подобный сериал? Пропаганда подростковой преступности в действии. Удивляет, что многие обсуждают реализм сериала, саундтрек, исторический период нашей прошлой жизни. Какое лицемерие! Подросткам показали модель поведения, где насилие – это норма. К чему это приведет, и так понятно. Это уже происходит. Летом шел по улице, услышал разговор двух школьников лет 12-13. Обсуждали, что им грозит по уголовному кодексу, если они убьют человека. Я в шоке был от такого. Подошел узнать, почему им это в голову пришло обсуждать. Сказали, что учитель физкультуры у них на уроке отнимает телефоны. Вот они думают убить его. Это пипец просто. Что у них в головах? Почему не сняли фильм, как блатные стучат, как барабаны? Как заводилы сдают своих же торпед? Как в зонах объявляют голодовку, а сами с конвоем жрут тушенку и сало? Вот главные основы воровской романтики. У нас в молодости слово «пацан» как-то не употреблялось. Мальчишки, ребята, если обращение к незнакомому, то молодой человек. Пацан, в моем понимании, это заброшенный ребенок, не очень чистый, лохматый, не интересующийся учебой ребенок, растущий как трава, неблагополучный, одним словом. Таких много стало после крушения СССР. Михалков гнал-гнал бесов, а беса пьянства и себя не изгнал. Это же надо додуматься пить в эфире, четко отдавая себе отчет, что для нашей страны проблема алкоголизма стоит особо остро. В принципе, после его Ширялова уже окончательно с ним все стало ясно. Самое страшное, что этот фильм нравится многим, как обычным хорошим людям, так и почти всем окружающим. Вот это поражает. Поражает то, что кто-то раздает весь ветер перемен прям в мозг, как и с намордниками в баранавирус, с трендами, модой и так далее. Кто-то управляет сознанием, отключая здравомыслие и критическое мышление.
Музыку слепили с этим дерьмом. Все это заказуха от системы. Сейчас везде камеры и так далее. Не допустят такого. Фильм снят хорошо, без романтизации. Сам из Казани и жил такой жизнью. Ничего хорошего там нет. В основном это слабое шоколье. Начала смотреть – не смогла. Решила почитать – не зашло. Но, как ни странно, поняла фразу, услышанную в 2017-м, что 90-е – это еще цветочки, ягодки еще будут. Вот они и ягодки, и видать это с этого фильма и пойдет. Когда говорили, что убивать точечно будут, не поверила. Ковид, прививки, а теперь этот сериал. Все оккультные символы, которые показал автор, очень притянуты за уши. Про жаргон это вообще смешно. Но в принципе тенденция русских обвинять во всем евреев, она неудивительна. Вину этих бандитских 80-х и 90-х годов надо смотреть на политику. И вина этой политики, вышестоящего руководства страны, не масонов и не евреев с их жаргоном. Этот сериал нравится двум категориям граждан. Первое – малолетним дегенератам, второе – ностальгирующим дегенератам. Михалков перешел черту, назвав родителей говном. Зашкварился. Старый должен знать, что родители сами будут решать, как им воспитывать своих детей. Жаль комментаторов и ваших подписчиков. Думают, что умеют самостоятельно мыслить, а на самом деле просто хавают говно, которым вы их всех кормите. И считают себя интеллектуалами. И я уверен, что ты, автор, лучше всех об этом знаешь. То, что это манипуляция, это я и так понял, учитывая, какие фильмы снимал режиссер данной картины. Я родился в 80-х, вырос в 90-х. Но если надо, то можно увидеть символизм и оккультизм, даже посрав в туалете. Слово дают не пацаны, а мужчины. От пацана до мужчины долгий путь. А эти фильмики обучают молодежь, как надо делать. Казахских таких же полно на YouTube. Воспитание молодежи в духе бандитизма по канонам уголовного мира. Поц и пац – это разные вещи. Пацан – не поцан. Одного непонятно, где автор недоумок нашел в слове пацан корень поц. В России баранов 90%. Чего им вталкивать? Они не хотят понимать, что им говорят. Поц – дефлоратор мертвых. Чикса, шикса, проститутка, чувак, чувяк, кастрированный баран. Все это на иврите. Пацан сказал, пацан сделал. Если не сделал, снова сказал. Не пойму, комментируют обижены? Чушкарь, прикурить дай. Ну ты, парашник, оглох что ли? Не слышал, что тебе старший сказал? Че ты тут сопли размазал, чушпан? Автор чушпан и выеживается как может. Слово чушпан я не помню, а вот лох по понятиям это как раз подходит. Видимо, в сериале слово решили смягчить, охватив тем самым большую аудиторию. Лох – полная противоположность пацана. Лох не с пацанами. С первых минут просмотра видно, что видео сделал чушпан. Если кто не понял, то суть сериала вот в чем. ОПГ и бандитизм плохо. Хоть это и кажется, что вокруг пацаны, и они всегда помогут. На самом деле такое приводит только к двум исходам. Тюрьма, как с главным героем, или смерть, как с другими. А подражать этому будут только дети, которые ничего не понимают. У нас с соседом пальцем по снегу на машине написали «Чушпан». Норм сериал. Но только умные поймут, точнее чушпаны. К слову, это не оскорбление, а обозначение тех, кто не в банде. Очень нужный ролик, вовремя, все очень доходчиво. Фильм пиарят целенаправленно и показательно. Хочу подчеркнуть, это мерзкая провокационная работа. Один из вариантов перманентной войны против русов. Все это ублюдочное поведение обязательно подхватит молодежь. Не все, конечно, но фильм на это и рассчитан.
Все кинокритики, которые оправдывают фильм с его сценами жестокости, разврата молодежи, обосновывая тем, что все герои плохо закончили свою жизнь, конечно же, лукавят и прекрасно понимают, что молодежь подхватывает все, что романтизировано в фильме. Ну и напоследок о Михалкове. Достойный отпрыск своего отца, поэта-конъюнктурщика, большого любителя лизнуть пятую точку вождю народов. И сынуля не отстает, лизал Борису Николаевичу, теперь лижет нынешнему. И, как говорится, ни в одном глазу. И вот эта российская элитка, хочется сплюнуть при этой фамилии. Но я тоже в похожем участвовал. Баскервилловка у нас была. А еще были Машуровка, Пасуньки, ХТЗ, Салтовка, цирк и все остальные по районам и не только. Сейчас уже и не вспомню все. И чтобы сходить к подруге на другой район, надо было нести 3 литра самогона, иначе торба тебе. И что? И вырос нормальным человеком, как и многие другие. Не мы такие, время такое. Ты либо с кем-то, либо маменькин сынок, которого все пинают. И многие взаправду находили защиту и поддержку в этих бандах. А то, что говорит Дима, типа заставить попрыгать, это проверка на силу духа, это так не работало. У нас, по крайней мере. У нас либо ты с нами, либо враг, либо чушпан, вне зависимости от твоей силы духа, и физической силы, и чего-то другого. Но у нас это иначе называлось. Лох. А вы тоже показалось, что интонации автора больше подходят до вопроса «Ты с какого района будешь, чушок?», а не для морализаторского видео на тему подростковой преступности. Не в обиду автору, просто забавно. Суфлер данного ролика, походу, еще то терпило. Тебя кто так обидел? За что задержанных избил? За дело. А подросткам-то понравился. Вот в чем ужас. Лучший российский сериал 2023 года, где у меня нет претензий к главному герою и его семье, это кибердеревня. Дим, я без претензий, но ты превращаешься в параноидального критика всего. Конспирология наша все, это понятно. Но ты также смотришь с интересом всех тех, кого ты потом помоями поливаешь. Это не айс, извини. Знаю, но ничего поделать с этим не могу. Да и по-другому не получится, так что либо так, либо никак. Принимайте меня таким, какой я есть, или же свободу выбора пока не отменили. Чтобы эта информация не развращала твою душу, не смотри этот правдивый сериал. Пойду посмотрю еще раз «Слово пацана». Слушай, в сети плохое в людях очень часто вылезает наружу. Но ты спокойнее относись. Тебя это никак не характеризует, только их.